В День российского студенчества 25 января в Центре социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда» торжественно стартовал снежный десант. Студенты убирали территорию центра, расчищали для ребят дорожки и каток, пели песни и читали речевки. Участниками всероссийской патриотической акции в нашем регионе стали 6 отрядов снежного десанта. Они и получили путевки на рабочие поездки в районы Омской области. Порядка 150 человек у нас будет задействовано, это непосредственно те, кто выезжает в районы. Еще порядка 200 человек, это будет школьный отряд МОПС, который будет работать на территории города. Отряд «Сибирский характер» поехал в Тюкалинский район, Арктика в Горьковский и Калачинск, 17-й рассвет в Любино, а полярная стрела в Исилькуль. Бойцы будут помогать ветеранам и пенсионерам очищать от снега дворы и дорогу до жизненно необходимых объектов – магазинов, ФАПов, аптек. Это прежде всего помощь людям, и также это способность дарить счастье и самой обогащаться им же. То есть и для меня это, наверное, саморазвитие. То есть мы готовим концерты, мы готовим какие-то мастер-классы для ребят в школах, и мы сами как бы раскрываем себя на сцене, показываем. И видим вот эту отдачу из зала, из школьных кабинетов от ребят. Это очень здорово, это прям греет душу. Это всегда круто, это всегда по-разному. Вроде одним и тем же занимаемся, но всегда по-разному. Другие люди новые приходят, другие ощущения, новые села, новые дети. Это все очень здорово. Впервые для бойцов Омского студенческого отряда снежный десант проходит не только в нашем регионе, но и за его пределами. Отряд «Медведи» 27 января отправился в Казахстан, в село Булаево, где в 1959 году началась история движения студенческих отрядов. А мечи совместно с казахскими студотрядовцами будут освобождать от снега дворы ветеранов и пожилых людей. Задачи две основных. Это первое – провести полноценный десант, то есть патриотическую акцию. А второе – это передать опыт соседнему государству, чтобы, возможно, у них тоже зародилась эта акция. Ну и именно поэтому у нас в составе отряда есть ребята с казахстанских отрядов. Вот. Благодаря этому они перемут нас опыт. Традиционно в каждом пункте ребята проведут программу акции «Снежный десант РСО», в которую входит шефская помощь на местах, помощь ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам, профориентационные встречи со школьниками и студентами, тематические лекции по здоровому образу жизни, правовой грамотности и политической активности молодых людей.